За использование Facebook, Instagram не накажут россиян. Постановление об этом, как сообщает РИА Новости, принял Москвы Тверский суд. Но поскольку люди смогут это где понять? Где понять? На земле нет стран. Мои с пословицей. Мои с пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Посты в Фейсбуке пользы все равно никому не принесут. Сейчас гром сегодня. Но делай, что должен, и пусть будет, что будет.